никто на свете краше не отыщет. Тобой гордится целая страна. Твои поля пшеницы колосятся, твои сады, твой сладкий виноград. На пьедестал все будет возноситься, сверкая ярким золотом наград. Так начинался праздничный день на площадке возле центральной библиотеки. Каждый мог познакомиться с книгами, посвященными самым разным аспектам жизни в Краснодарском крае. С помощью игр и викторин юные жители города-курорта вспоминали или узнавали интересные факты из истории, географии, быта региона и традиционной кубанской кухни. Мы откроем нашу кастрюльку, еще раз посмотрим ингредиенты и уберем все лишнее, чтобы у нас получился тот самый настоящий кубанский борщ. Давайте, мама. Лук нужен для зажарки. Пойдем, оставляем. Ну и яйцо нет, я бы не рискнула. Кроме того, в рамках юбилейных торжеств гости могли увидеть выставки народного творчества, предметов быта, а также небольшие спектакли, как этот, где жители станицы донимал злой колдун, пока, как водится, не нашелся молодец, добрый, но хитрый. А в итоге все, конечно, заканчивается хорошо.